Всем привет, с вами снова Атлантис 3570, и мы продолжаем проводить рубрику «Робот-шпион». Сегодня у нас 17-й выпуск этого робота-шпиона. Давайте-ка посмотрим, что у нас внутри. Куплен был сегодня, во вторник. У нас какие-то пластмассовые деталюшки от бампера, похоже. Ну, могу так вот полистать. Не знаю, кому это интересно будет или нет. Вот, кстати, схема сборки. А вот то, что будет в следующем номере. С выпуском 18 вы получите трехцветный светодиод с соединительным кабелем и прозрачную панель для диода. Прозрачная панелька будет, ну, которая светится. Здесь ее не видно. Вот как он выглядит, вот то, что я как раз тогда говорил. У нас будет этажерки, сколько и то здесь не хватает. Здесь тоже должна быть плата. Смотрите, сколько тут всего будет. Там, где камера у нас, вот тут вот плата. Так, что у нас тут? Получается, вот это у нас программируемый микрочип драйвера двигателя. А, вот что-то с двигателем драйвера, микрочип для приемника сигнала лидар будет. Микрочип для датчика света, светодиодов, простых звуков. Получается, здесь половина журналов, одни микрочипы будем покупать по 205 рублей. Микрочип для записи и проигрывания звука. Типа, наверное, потом будет разговаривать у нас. Микрочип, ну, или не сгорать, вернее, это как ее записывать, шумы какие-нибудь. Передатчик, пульт для передачи данных на частоте, на вот где он сбоку будет крепиться на правой коробке передач. Прикольно, посмотрим потом. А, Джеймс Бонд наш новый. Кстати, мне не очень нравится. Как-то из Бондов мне больше нравится Пирс Броснан и Шон Коннери, и все. Какие раритетные роботки-то, а. О, iPhone. Ну, какая-то фиготень. Ну и вот то, что... Так, давайте откроем с вами страницу сборки. И посмотрим. Вот они у нас, эти детальки. Сейчас мы их с вами скроем. А вот не. Думал, ножницы куда-то дел. А, ну да, я забыл. А, нет, здесь нет. В прошлой части она приклеена. Думал, мне показалось, что я забыл, что она приклеена. В этой части уже паяли. На клей сэкономили. Жалко, им клея было. На всем экономить. А то, что мы тратим деньги, не знаю, какие, пипец. Так, вот он у нас, бампер. Да, кстати. Где тут мой робот-шпион? Я, кстати, практически решил ту дилемму с двигателем. Вернее, там дело даже не с двигателем, там дело в смазке. Оказалась причина в разной плотности смазки. Похоже, мне одна из смазок попалась очень какая-то густая, и двигатель, и механизм очень плохо работал. Вот у нас этот бампер, похоже. А, то есть его не вот так. Извиняюсь, вот он как точно, он даже крепится. Это же внутренний, а не внешний, точно. Вот так он смотрится. Так, давайте сейчас попробуем крепить. Здесь у нас как? Здесь у нас на клею. Здесь не сэкономили на клею. Так. А, ну, сэкономили на нормальных пакетиках, не такие замочки. Отлично. Так, у нас два крепежа. Вот такие вот. Не знаю, видно вам или нет, но будем надеяться, что видно. Вот они у нас крепежи. Один винтик. Вот такой вот. И, конечно, наш бампер. Потом вот в эти вот отсеки будет вставляться стекло. А то прозрачность светопроводящая.
которые светят, будут светодиоды, которые будут менять цвет разной частоты. Ну, то есть не частоты, а разного цвета. Так у меня где-то, ну вот, наверное. То есть в позапрошлом журнале, вот 15-й, видите, вот не. Вот как раз он этот бампер. И вот эти светодиоды, они будут светиться тремя разными цветами, в зависимости от там режима работы. Давайте посмотрим, так, что нам с чем тут соединяется. Через камеру неудобно, давайте так вот. Эти верхнюю часть кронштейна для крыла колеса. Рассмотрите фигуры детали на двух плоских сторонах. Возьмите их так, как показано на рисунке. Ну давайте возьмем с вами. Одна у нас так вот. Хотя здесь вот она плоская от плевана, а здесь, не знаю, видно ли нет, выплавка L1 и какая-то наплывка. Короче, они не идеально. Ну, наверное, вот они, как раз они совпадаются идеально. И, как я понял, нам их надо, наверное, соединить. Да. И куда-то прикрутить. Только куда? Так, прикручиваются они. А, к этой штуке, да, точно. Вот куда она прикручивается, похоже. Вот к этому вот участку. Вот к этой скобке. Она, похоже, должна в нее вставляться. Как раз вот у такого, да, с двух сторон она в нее вставляется. И закручивается. Как я понял. Ну давай. Так, вставили. Так, закручивается снизу у нас, да? Ну да, снизу. Так, куда у нас шурупчик делся? Вот он. Вот у нас шурупчик. Давайте снизу закрутим. Так, где моя отвертка? Опа, сейчас, секунду. Куда-то у меня делась. А, вот она. Не извиняюсь, думал, куда-то она делась. Так, давайте закрутим этот винтик. Ну, давай, да, блин, да, неудобно так, честно сказать. Вылази. Так, так, так. Это сюда. Это у нас вот сюда. А это... Похоже, здесь будет опять постепенная сборка, как, например, сборка коробки передач. То есть сначала одну сторону мы соберем, да твою-то мать. Потом в другую сторону. Да, ну попробуем не нарисовать. Вот. Да, что-то мелкие детальки не очень удобно. Сын, когда я перед лицом этот фотоаппарат. Так, по-моему, пошло дело. Да. Ну, сначала, похоже, мы соберем один бампер, как я уже. Мне кажется. А потом мы соберем второй. Ну вот этот крепеж для бампера. Поскольку у нас больше саморезов их не было. У нас и нету этих. Ну вот, вот такого она держится. То есть он пока что она не держится. Поскольку, наверное, нам может придется что-нибудь снимать. Или просто крепеж болты будут в другом номере. Ну вот она вот так вот. Одевается как раз на бампер. И получается у нас. Да. Хотя я обещал это показать, как программировать и тому подобное. Я покажу чуть позже. Я еще не заменил смазку. То есть я заменил, но она мне не очень понравилась в функциональности. Надо будет купить хорошую смазку какую-нибудь и одинаковую поменять. В обоих промыть и сделать новую смазку, чтобы она работала. А то одна, она там она прям такая жиденькая, другая она настолько густая, что вот колесо как раз медленно крутится, механизм. И получается, что одно колесо обгоняет и машину уводит в сторону. Или не машину, а робота, шпиона. Ну вот. А потом, когда я это здесь закончу, я сделаю, покажу, как программировать. Я уже как раз, скажем так, составил небольшую программку здесь. Несколько видов, но вот одна. Раз она у меня пока что состоит из 35 положений.
сам поддерживает, как я уже говорил, 50 положений. Ну, то есть переключатель, то есть заданных команд, 50 команд. Я где-то около 35, по-моему, сделал. Ну, закончу и как заодно мы посмотрим программирование и программку. И, ну вот, на этом все. Я не могу его закрепить, поскольку болтов больше нет. Так что, надеюсь, вам понравилось. Если понравилось, подписывайтесь, ставьте пальцы вверх. Спасибо всем, кто посмотрел. Так что, счастливо, до встречи и пока.